приветище! Это Бакшот Рулет, и мы продолжаем прохождение. Ну, в прошлый раз мы уже прошли, открыли новый режим, и вот в этот новый режим мы сегодня попытаемся с тобой сыграть. Опа-на! Смотри-ка, телек разбитый, его раньше здесь не было. Давай подойдем. Я еще банку какую-то свистнул. Ох, елки-палки, нолики, единички, девяточки. Вольт! Сделано выстрелов. Ничего себе, это компьютер с моей статистикой. Ничего я здесь нажать больше не могу. Вот. Вот кнопочки есть. Слушай, нажимается. Ух ты, елки-палки. Ничего себе! Еще я открыл достижения. Языки какие-то. Китайские, английские. Чего тут только нет. Это пока что заблокировано. Выход в сеть. Мультиплеер. Возможно, он скоро появится. Да, разработчик говорил, я читал сводки разработчика, он говорил, что сделает в ближайшее время мультиплеер. Можно будет рубиться, типа PvP друг против друга. И это круто на самом-то деле. Вот таблеточки сейчас возьмем с тобой, посмотрим, что это такое. Выпить таблетки может повлиять на способность к вождению. Да мы вроде не за рулем, так что выпиваем. Чё нам-то? Достижение лузера. Употребляйте двойную порцию или ничего. Таблетки. А куда комп делся? Я чё, перезапустил игру, у меня теперь все вообще по-новому. То есть без вся... Кстати, чувака нету, тут чел же курил, помнишь? А его нету. Я выпил таблетки, все или ничего. То есть точно. Я, походу, начал новую миссию. То есть все или ничего. Ладно. Нужно новый контракт заключить. Мне в комментариях писали, попробуй вписать сюда в контракт слово «год». Ну, то есть «бог». Посмотрим, почему бы нет. А если... Это имя уже использовано. Нельзя его, короче. Мне даже достижение дали за это. Нельзя его ввести. А если мы добавим еще букву S, типа боги. Боги. Годс. Ввелось. Прикол. Разработчик сказал, что... Блин, всего 3 миссии. Ну ладно. Ладно, 3 миссии. И мне сразу же дают таблетки какие-то дали. Все или ничего началось, я так полагаю, что все работает как надо, не зря я выпил те таблетки. Сразу же с первого задания нам дают вещи, и у нас 3 сердечка. Один боевой, 2 холостых. Норм. У него, кстати, смотри, пивандрос есть и что-то еще лежит. Что это такое, вообще не понимаю. Таблетки еще. Просроченное лекарство. 50% вероятности вернуть 2 разряда или же потерять 1 разряд. Ну, это, видимо, воскрешение. Это про это. Или про разряд, про здоровье, что ли? Ну что ж, я рискну и выстрелю в себя. Есть! Все, один холостой был, теперь 2 боевых осталось. И мы отрезаем ствол и лупим в нашего дилера. Дилер. Хорош. Короче, по поводу контракт бога, когда он нам там вывалился, и там было написано год, оказывается, что бог тоже заключил контракт с дилером, и он играл в эту игру и проиграл. Ты представляешь, бог проиграл в этой игре дилеру. И сам разработчик написал, что бог не живой, его уже все, его нет в живых, ты представляешь? Вот такая вот новость от разработчика. Какие-то новые штуки появились прикольные, надо все это изучить. 2 боевых, 3 холостых. Ничего себе. Вот это уже интересно. Смотрим. Одноразовый телефон. Таинственный голос откроет завесу будущего. Можно будет позвонить. Сигареты понятно, что делают. А это инвертор. Меняет текущий патрон в патроннике на противоположный. Ага. Ну, к сожалению, лупы нет, и мы не знаем, какой там сейчас патрон, но мы можем позвонить, чем воспользуемся сейчас. Второй патрон холостой. Круто. Мне потусторонний голос сказал, что второй холостой. А значит, этот боевой. Что ж, тогда стреляем в дилера. Наверное, боевой. Черт! Ну ладно, допустим. Допустим. Ход за дилером. Он тоже звонит по телефону. Что же ему сказал таинственный голос? Наручники на меня надевает. Скотина, какой!
Ты чё, полицай? Он, короче, этот холостой просто выкинул, выпив пиво. Поэтому сейчас прилетел мне боевой. Смотрит лупой, чё там? Очень любопытно, говорит дилер. Вот это да. Сейчас попробуем таблеточками скинуться, чё? Скинуться, вкинуться. Как бы других вариантов у меня нет. И сигаретку выкурим. Ага. Чё, получается два холостых. Уже всё. Так, я сел таблетку и как бы... В смысле, а как это так? А как это так? А с чего это я здесь очутился? Я что-то там, может, не так прочитал? Ну-ка, пойдем. Пойдем, выйдем. Опаньки. Этот чувак здесь стоит. Курит. Угу. Мне заново контракт нужно подписывать. Подпиши отказ от претензий. Так, секунду. Габана я напишу. Габан. А. Ну-ка. Мне просто интересно сейчас. Да, игра перезапустилась вообще. Вообще перезапустилась. С самого начала теперь я играю. Да, подождите, нет, я не хочу отсюда играть. Я хочу, чтобы выйти, удерживайте. Да, я... Все, я выскочил в меню. Я сейчас по-новому попробую сыграть. Все, погнали. Сразу же погнали. Так, чувака нету. Все, мы в том режиме, в котором нам нужно. Сейчас по-новому. Попрем по-новому. Эй, ты выходи, дилеришка. Давай, сейчас подпишу. Нет проблем. Простое имя вообще из двух букв. Типа ху, а там третью, четвертую, пятую букву додумайте сами. Хуга. Так. Что мне сейчас выпадет? Лупа, это здорово. Сюда кладем. Сигаретки сюда. Оп. Телефончик вообще здорово. Два боевых, три холостых. Поочередность жалко. Вот я сейчас запомнил, что там боевые должны быть. Первые боевые, да. Либо он с конца начал. Сейчас холостые. Два боевых, ага. Ну что ж, стреляем. Хорош. Еще мне сказали, когда ножницы обрезают провода у вот этой штуки, это означает, что у каждого из игроков за столом остается по одной жизни. И неважно, отпилишь ты ствол или не отпилишь. Один раз просто выстреливаешь, он сдыхает. Или ты сдыхаешь. А сколько можно в себя-то стрелять? Нормаленько он. Он в себя три раза пульнул. Жесткий чел. Так, погоди. Это он инвертор использовал, по-моему, да? О, а инвертор патрон меняет вроде бы как. Я еще не изучил. Я не запомнил все досконально, но инвертор, по-моему, патрон меняет. Вот и мне досталось. Мне тоже хорошенечко досталось. Одно здоровье против одного дилерского. Сейчас я выкурю сигарку, позвоню товарищу. Звонок другу нужно сделать. Обязательно. А, еще может что-нибудь выпадет дельное. О, вот это здорово. Вот это и наручники. Вообще все как надо выпало. Все как надо. Два боевых, три холостых. Давай-ка наручники на него надеваем. Ага. Выкурим сигареточку. Так, лупы, конечно, не хватает. И позвоним товарищу. Поднебесную. Пятый патрон холостой. Ладно, я учту. По идее, мне сейчас ножовку тратить нет смысла. У него одно хп, так что... Посмотрим, повезет мне или нет. О! И пролилась кровь дилеришки. Ну, мы на втором уровне, чё, я поздравляю. Ху побеждает. Второй уровень. Поле очистилось. На втором уровне нам тоже по три предмета будут давать или побольше? Опа, что-то интересненькое.
Это может быть глушитель, чтобы я тихонечко из-под стола в дилера стрелял. 4 здоровья. Один боевой, другой холостой. Что? Кстати, у дилера тоже эта труба есть. Что это? Адреналин. Украдите предмет и сразу же его используйте. Украдите. Я могу у него адреналин тоже украсть. Вот что интересно. Давай попробуем. Ой, это что, из матрицы какой-то штекер? Ты видал, что пару иголок у меня осталось? Адреналин стырить нельзя. Время идет. Сигареты возьму. Да, сразу же используется. Но мне жизнь-то не добавит, потому что максимум. Тупанул. Надо было телефон свистнуть. Ладно. Давай ему наручники наденем, потому что... Ну, 2 патрона всего. 2 патрона. В дилера. Ну, все, следующий боевой, как бы. Сейчас ему и достанется. Ага. Очень хорошо. Но если был бы напильник, еще лучше было бы. Но не забываем, что у него есть адреналин, и он может в любой момент стырить у меня вещичку, которая ему понадобится. Вот, опять эти таблетки попались. Сейчас еще раз их изучу. 3 на 3. 3 боевых, 3 холостых. Патроны, таблетки. Просрочены ли? 50% вероятность вернуть 2 разряда или же потерять 1 раз. Все, я понял. У меня тогда было 1 здоровье. Я выпил и, короче, суициднулся, получается. Таблетку вкинул и сдох. Очень опасные вот эти таблетки, так что надо быть аккуратным. Посмотрим, что у нас там по патрончикам. Боевой. Жаль, напильничка нету. Че, в дилера? А у него, кстати, напильник есть. Ну, наждачка, то есть. Ножовка! Наждачка. Какая наждачка? Таблетки принимает. Интересно, повезет ему или нет? Смотри-ка, хакерюга сраный. Ну, конечно, дилеру бы и не повезло. Посмотрим, что сейчас. Холостой. Ладно, холостой, ладно. Значит, сейчас будет боевой. Ага, лупу у меня стырил. И что там? Очень любопытно ему. Если в меня, значит, боевой. Не, холостой там. Угу. Сейчас мне будет больно. Очень ему больно. Ха-ха, повезло. Я думал, что там. Ладно. А у меня же еще наручники надеты. Черт подери. Ну, по крайней мере, у него ствол вернулся. Сейчас боевой, да. Сейчас боевой. Ху теряет 1 хп. Ладушки, ладушки. Пирожки от ладушки. Позвоним. Аня, сигаретку выкурим сперва. Немножечко перекурим, релакснем. И позвоним другу. Не повезло. Не повезло. Двусмысленное значение. Не повезло, это значит... Так. Не повезло. Чё думаешь, холостой там или боевой? Чё нажать-то? Не повезло. А чё руки-то у меня так трясутся? Не повезло. Холостой, наверное. Ну, давай в себя пульну. Я забыл считать. Я не считал патроны. Точно. 3 холостых же уже выстрелили. Да, он выстрелил. А там боевой был последний. Ну, чё? Почему? Двусмысленно написали. Я что-то засомневался. Серьезно, что-то как-то я тупанул. Лошара. Кончита Друстенвильд Лошара. Давай-ка у него стырим, знаешь, этот лупу. Хотел сказать напильник, но нафиг мне напильник, если я не знаю, какой патрон там. Так что лучше лупу. Ага, холостой. Можно в себя лупануть. Давай это сделаем. А следующий должен быть боевой. Как думаешь, боевой или нет? Пивко выпьем? Давай пивко выпьем.
все потратим, чтобы не было такого, когда попрет большое количество предметов. У меня, ага, был боевой. Значит, следующий давай в себя. Да елки-палки. Сегодня мне не фартит. А у него еще напильник есть. Ё-моё. Ага. Сейчас напильник изнут, да? Изнешь напильник? Гляди-ка какой. Засранец. Да не, ну дальше боевой. Да, дилер тоже тупит. Страшно. Так же, как и я. Че, рискнем, выпьем таблетки? Или что? Давай попробуем. Может, в этот раз-то мне повезет? Зараза! Зараза! Ну хорошо, в дилера стреляй. Угу. Я патроны не считаю. Если бы я считал, все было бы нормально. Но я играю как тупица. Так, да, с ножовками вообще хорошо. О, попёрло. Смотри, не зря я все предметы это профукал. Прям очень хорошо. Три холостых, три боевых. Все. Сейчас буду считать патроны. Когда со здоровьем проблемы, да? Начинаю считать патроны. Ну, во-первых, я хочу взять у него... А, что я у него хочу взять-то? Телефон нафиг мне не сдался. Лупа у него есть там, нет? Не, лупы нету у него. Лупы нету. Меняю текущий патрон в патроннике на противоположный. Вот эту штуку хочу попробовать. Знал бы я, какой там патрон. Блин. Я думал, мне это покажут, а мне нифига не показали. Тогда... я у него пивандрос сейчас свистну. Пивандрос давай выпьем. Боевой был? Холостой, гляди-ка. Значит, сейчас должен быть боевой. Так что я отпиливаю. Ну, по логике, мы же поменяли только что на противоположный. Надеваем ему наручники. Давай, надевай. И стреляем в дилера. Твою ж мать! Лошара Микантара! Сегодня явно не мой день. У меня это была последняя попытка. Он сейчас мне даст просраться конкретно. Так, погоди. Погоди. Я забыл опять, сколько патронов уже. Один холостой. А почему боевой-то там лежит? Откуда боевой? Блин, я выкинул его. Нет, я его не выкидывал. Я взял инвертор, поменял патрон, потом выпил пиво. Значит, один холостой был. Опять стреляем в дилера. Два холостых было. И третий боевой, вот он вывалился сейчас. Получается, что у нас осталось еще один холостой и два боевых, правильно? Ага. Один холостой, два боевых. Но мне не повезет, он наручники надевает, все, я уже точно двину кони. Ну, это логично было. Потом в себя пульнет. Выпиваем таблеточки. Да, я хочу это сделать. И пошли. Пойдем, пойдем. Да, нет этого чувака, который курит. Все, все хорошо. Режим активирован. Все или ничего. Погнали. Что ж, попыточка номер два. Подписываем контракт. И в этот раз я буду считать патрон. У меня это плохо получается на самом-то деле. Я вообще по математике двоечник. Я... 6 цифр не могу запомнить элементарно. А тут надо считать патроны. И что-то еще думать, мозговать, как правильно сделать ход. Это типа шахматы своего рода. И когда ты что-то пытаешься сообразить, тактику какую-то разработать, то счет сбивается, сколько патронов. На это и рассчитана игра на самом-то деле. Так, 3 боевых, 3 холостых. Все понятно. Погнали. 3 боевых, 3 холостых. Значит, давай-ка я стырю у него лупу. Воспользуюсь этим прекрасным адреналинчиком. Лупой заглянем.
боевой. Угу. Тогда отпиливаем. По-быстренькому сейчас разберемся с ним. Наручники тоже надеваем. Давай. Давай. Застегивай себя, пристегивай. В дилера. Хорошо. Очень хорошо. Боевой первый. Осталось два боевых, три холостых. Следующий, скорее всего, мы сейчас выпьем пиво. На всякий случай так посмотрим. Я думаю, что там холостой был. Да, это был холостой. А дальше я не знаю. Ну, давай дилера стрельнем. О, быстро расправились в первом раунде с дилером. Его кровь облила наше лицо. Пока что все успешно. Второй раунд. Let's go. Быстренько сейчас его тоже пронзим и на третий уровень переходим. Быстренько, я сказал. Может быть, и не быстренько. Может, таблетки в этот раз мне подарят две жизни. Два холостых, один. Ну, тут сейчас все решится, в принципе. Я думаю. Давай позвоним другу. Патрон. Ага, второй патрон. Эти звонки, они вообще очень-очень непрогнозируемые. С ними сложно, короче. Боевой, отлично. Лучше всего лупу использовать. Давай в дилера, а дальше уже пофиг. Два холостых будет, он может хоть в себя их выпуливать. Что будешь делать? А, у него же инвертор есть. Интересно, очень интересно. Он сработает, так как там один патрон остался. Менять-то не на что, это все равно должно быть. Ну да, он, скорее всего, поменял там боевой, и мне сейчас будет очень... Ой, как мне хорошо-то! Че, у меня получается здоровье меньше. Таблетки выпить или нет? Не рискнуть? Или рискнуть здоровьем? Что думаешь? А, сейчас же другие дадут, мы же все отстреляли. Сейчас другие предметики нам дадут. Ножовочка, пипандрос. Маловато что-то дали, очень маловато. Четыре боевых. Четыре холостых. Нет, не может быть такого. Погоди, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Точно, четыре боевых, четыре холостых. Что ж, с чего начнем? С чего начнем? Давай с пивка. С его пивка. Так. Его пивко. Боевой. Ага. Давай наше пивко выпьем. Минус боевой, минус холостой. По три патрона осталось. Что думаешь? Что думаешь? Ну, я думаю, что таблетки надо бахать. Пожалуйста, два здоровья дай. Есть! Наконец-то! Аллилуйя. Ну и дальше мне терять нечего, поэтому три... Был только что холостой. Я думаю, что следующий тоже может быть холостой. Я не хочу рисковать, честно. Давай в дилера. Есть вероятность, что боевой. Ха-ха, хорошо. А я хотел себя лупануть. Можно было и напильничьим тогда использовать, но нет. Оставлю его напоследок. Спасибо. Ты очень добр ко мне, товарищ дилер. Третий уровень? Я же горел сейчас по-быстренькому мы тут. Вот и все. Немножко, конечно, потно, у меня вся жопа уже там... Вода просто под жопой, понимаешь? Весь пот со спины туда скатился, и все, я в луже уже сижу. Очень напряженно и жарко. Вообще, в принципе, жарко на улице. Температура огонь. Почти плюс 27. Так. А, три боевых, три холостых. Несмотря на то, что мы в подвале каком-то находимся, мне-то жарко. Мне очень жарко. Давай ему, знаешь что. Посмотрим, во-первых, что там. Боевой, не боевой. Холостой. М-м-м. Патронов сколько было? Три боевых, два холостых. Я заболтался и это. Холостой меняем на боевой. И-и-и. Давай наручники ему напялим еще. Стреляем. Ну,
Ну, дальше. Я бы в себя стрельнул, на самом деле. Почему-то хочется в себя. Холостой, пожалуйста. Пожалуйста. Ай, 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 что-то в глаз попало. Дробинка, наверное. Ну, хорошо, давай твой ход. Так, было только что два боевых. Угу. Холостой, минус один. Три патрона, все. Два холостых. Четыре патрона. Четыре патрона осталось. И из них, по-моему, один холостой, два боевой, да. Ах! Эх. А он на меня наручники надевал, нет? Осторожно, а что я могу сделать? На мне, по-моему, наручники. Нет наручников, слава богу. Таблетки я юзать не буду. Остался один холостой, один боевой. А, все, патроны закончились? Серьезно? Тьфу ты, елки. Вот такой я щитовод. Вот так там. Три боевых, три холостых. Ладно. Честно, даже я не знаю, как тут вывозить. Зона в другую сделаем. Конечно же. Второй патрон боевой. Ладно, я понял. Если второй боевой, то значит сейчас холостой. Нет, но не факт, что он холостой. Не факт. Эх, мне бы напильничек. Ну блин. Зараза. Мне по-любому таблетки пить, у меня безысходность. Даже если я сейчас себя выстрелю, и там будет холостой, у меня два боевых, а у него три здоровья. Как бы вообще никак. Пьем таблетки. Я все равно проиграю, если без таблеток. Спасибо. Все, хорошо. Теперь можно попробовать. Второй патрон боевой, да, мне сказали. Три. А, давай в дилера. В любом случае на нем наручники. Сейчас будет боевой. Угу. Сейчас будет боевой. Так. Два хп у него осталось. Там, по идее, еще один боевой и остальные холостые. Скотина. Сравнял здоровье. Мимо. Еще один холостой, еще один боевой. Ну и что думаешь, в себя или в него? Да давай в него. О! Голоса в моей башке меня не подводят. Ну а дальше холостой остался. А, ну у него есть эти инверторы. Не, холостой был, прикинь. Сейчас, значит, боевой будет. О, плохо, я считаю, очень плохо. Мне нужен блокнотик и там записывать. Все, патроны кончились. 2-2 у нас здоровье. Че по предметам? По предметам инвертор, сигареты. Лупу дали бы, что-то с предметами как-то скудненько все. Один боевой, два холостых. У него две банки пива еще, елки-палки. Ладно, выкуриваем. Ну, сейчас я не буду рисковать своими здоровьями. А у него два... Так, один холостой, все. Один холостой, один боевой остался. И плюс у него инвертор. Пивко пьешь, серьезно. Там холостой остался, но он юзает инвертор. Я бы сделал так же. Черный экран, я очень часто его вижу сегодня. Мне это не очень нравится, но что поделать. Такова игра. Пиво это хорошо, адреналин. Ух ты, вот пошло-то как, а. Смотри, сколько под конец дали всего. Потому что все. 4 боевых, 4 холостых. Финиш у нас, финалочка пошла. Че у него забрать-то адреналинчиком? Пивко, звонок... А, сигареты вон, давай. Сигареты сейчас заберем. Сигарету. Дальше я бы заюзал пивко его. Избавим его от этих алкогольных зависимостей и пивко одно ему выдаем. Или напильничек. Да, было бы неплохо на самом деле еще не напильничек у него свистнуть. Да, спистнем напильник. Потому что для меня это может плохо закончиться потом. Ага.
позвоню другу. Второй патрон холостой. Я понял тебя. Спасибо. Наверное, я не зря отпилил. Давай попробуем. Твою мать! А! Ну, так как второй патрон холостой, сейчас... Вот сейчас будет интересно, что он сделал. Он пиво выпил. Он как будто подслушал наш разговор. Два холостых минус, осталось 4 боевых и 2 холостых. Позвонил тоже кому-то, кстати. Таблетки пьешь? Скотина. Хоть бы его вырубило. Его никогда не вырубают эти таблетки, они только ему на руку играют. Минус один боевой, 2 холостых, 3 боевых. Ой, удачно, удачно, удачно. Так, значит, что я там считал? Один холостой, 3 боевых. Один холостой, 3 боевых. Значит, давай пиво выпьем. Это он. Еще один. Все, 3 боевых осталось. Твою мать. 3 боевых! Я сделаю, знаешь, что? Сейчас холостой будет. Я выстреливаю в себя. Так будет лучше, мне кажется. В себя. Угу. И остается 2 боевых. Это значит, что я стреляю сейчас в дилера, и он в меня. Мне кажется, это самый разумный шаг сейчас был. Два хп. Можно рискнуть и выпить таблетки, и тогда у меня есть 50% шанс, что останется одно хп, либо плюс 2 будет. И вот как тут быть, даже не знаю. Ага, 4 боевых, 4 холостых опять. Фул. И у него еще адреналин, елки-палки. Адреналин — это плохо. Очень плохо. Давай таблетки, короче. У меня безысходность. Здорово, спасибо. Таблетки меня выручили. Дальше звонок другу. Че посоветуешь? Шестой патрон боевой, шестой. Шестой патрон. Ладно. Давай тогда патроны выкорчевывать с нашего ствола. Боевой. Еще выпьем. Холостой. По 3 патрона осталось. Давай вот это вот сделаем. Боевой. Хорошо. Хорошо. Надеваем ему наручники. Я почему сейчас все потратил? Потому что у него 2 адреналина есть, он может тырить у меня предметы. Это не очень хорошо. А сейчас я его оставил без всего. Стреляем в дилера. Угу. И следующий патрон... Так, у него там есть инвертор, во-первых. Во-вторых, таблетки есть. В себя я бы, наверное, не рискнул стрелять, но давай в него еще разок. Не страшно. Ха-ха-ха! Вообще круто. Последний выстрел остался. Это получается, что один боевой остался, остальные холостые. Вроде бы как так. Шестой патрон. Сколько я выстрелил раз? Сколько я выстрелил? 2 пива выпил и 2 раза выстрелил в него. Сейчас должен быть холостой, да. А, нет, нифига себе, он не холостой. 5-й был боевым. Подожди, или это был 6-й уже? Опять сбился, ну короче, я победил. Чё? Это денежки мои? Все или ничего? 11 тысяч было. Мне нужно сейчас выбрать галочку или отменить. Ну давай галочку. Я сейчас эти 11 тысяч заберу. Прикинь. Ты прикинь, надо было, наверное, крестик нажать. Понятно. А я-то думал, я сейчас деньги смогу забрать. Там 11 тысяч было, и я хотел, как бы... Кто бы мне сказал? Смотри, у него все предметы остались. 2 адреналина, короче, вот это все у него осталось. И мы пошли по новому кругу. Ну, давай я сейчас его быстренько победю и покажу тебе, что будет, если мы нажмем на крестик. Ну вот и все. Я еще раз прошел этого дилера.
И сейчас мы выясним, что будет, если мы нажмем крестик. И вообще, сколько мне сейчас бабла зачислят. Если еще зачислят. Победа. О, в этот раз больше. 40 тысяч. Все или ничего. Давай нажму крестик в этот раз. Бабки выехали. Короче, смотри, если мы нажимаем галочку, мы продолжаем играть и зарабатываем еще больше бабла. Но так как я не захотел больше, лучше синица в руках, чем смерть на небесах, да? Я буду удовольствоваться 40 тысяч баксов. Очень нравится открывать такие чемоданчики. Я заметил, что еще и ружье нам дают. Нет. Сказать нет и забрать кэш. Поздравляем, Ху. Выиграно 3 раунда. Извлечено патронов 17. Выломано дверей 2. Выкурено сигарет 1. Выпито пиво в миллилитрах 330. И всего денег вы заработали 40 118 баксов. Даже комиссию, по-моему, не взяли. Как обещали 40, так я 40 и забрал. Круто. Ну а на этом все. Спасибо, что посмотрел. Я так полагаю, что больше ничего здесь и не будет. Вроде бы не написали, что открылся еще третий режим и все такое. Получается, что игра пройдена полностью. Теперь мы ждем мультиплеер от разработчика и каких-то новых фишечек, которые он будет добавлять по мере обновления игры. Но это мы узнаем только в будущем. Поэтому, если тебе понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться, если ты этого еще не сделал, чтобы увидеться в следующем ролике. Так что до встречи!